Всем огромный-огромный привет! Меня зовут Таня, я рада, что заглянули ко мне. Сегодня начинаю для вас новый влог. Мы сегодня всей семьей собираемся ехать на дачу. Покажу вам немножечко моих сборов, потому что, напомню, детей у меня двое, и мы едем просто даже на день с какой-то нереально огромной сумкой, несмотря на то, что половина из этого не пригождается, но нужно быть готовым ко всему. Поэтому приглашаю вас провести со мной немножко времени. Ну и первое, что я вам покажу, это я беру с собой вот такую вот косметичку, покажу, какие уходовые средства я с собой возьму. Декоративку, естественно, брать не буду, потому что это незачем. Это отдых, природа, свежий воздух. Вот, я пользуюсь вообще и утром, и вечером разными средствами, но чтобы не тащить с собой вообще кучу банок, беру что-то универсальное. Так, для умывания возьму вот такую вот пенку от Виолата. Она такая... Очень довольна. Она не скажу, что пенка, она больше, знаете, похожа на крем для умывания. Тоже хорошая, поэтому отлично и утром, и вечером подойдет. Так, что же я там сейчас еще найду? Так, вместо тоника, чтобы не тащить огромные банки, я возьму вот такой вот маленький. Здесь у меня водичка, поэтому она такая легкая, тоже с алоэ вера. В принципе, вместо тоника она подойдет. Дальше возьму вот такую вот с собой сыворотку с бифидобактериями от Елизавеки. Вот, отлично, тоже мне послужит и сегодня вечером, и завтра утром. Крем беру вот такой вот, крем-сыворотка от Виолата. Он подходит и для дневного ухода, и для вечернего. Ну, тоже хорошо, он, в принципе, да, увлажняет. Нормально. И для век я, значит, взяла вот такой вот крем от Эвелин из серии Эксперт С. Это серия с витамином С. Вот это вот она крем-маска идет, она такая жиденькая немножечко, но вы знаете, эффект у нее просто потрясающий. Мне она очень нравится. Ну что, я принялась уже за сбор вещей. Это взрослая. Как видите, в принципе, ничего особо такого серьезного не нужно. А вот я вам сейчас покажу контраст детских вещей. Что же у меня получилось там? Так, из детских вещей получилось две вот такие вот стопочки. Это, кстати, относительно очень мало. Обычно у меня получается реально больше. Но я более чем уверена, что этого даже много. И сейчас я все это буду упаковывать вот в такую сумку. Тут, в принципе, еще даже место останется, но очень удобно. Все сложил, и все находится у тебя вместе. То есть ничего нигде не потеряется, и не забудешь, где лежит. Сейчас тихо стало, был дождик. В общем, у всех своя развлекуха. Давай, пинай. Я промахнулась, так отобрали. Вкусно с грядки? Нет. Ты чего кидаешь, Степ? Мама, ему не нравится. Это не надо. Вон, видишь, листья шевелят. Мама, вспомни, видишь, детство смотри. Называется. На самом деле, очень круто. Доброе утро. У нас уже наступил следующий день. Мы проснулись. И уже на улице. Чем классно в деревне, то, что ты проснулся, вышел, и все, можно не заморачиваться по поводу внешнего вида, не нужно долго собираться. Да, ой, покапал дождик. Да, очень круто. А, кнопка, сейчас идем смотреть с ним какие-то интересные помидорки.
Сейчас я вам покажу, что же там такого интересного у них. Вот, мы нашли. Они какие-то, смотрите, как будто коричневые висят. Интересно, правда? У меня бабушка просто фанатка цветов. У нее они везде. Такие розы красивые. Это просто вообще, я не знаю. Это нереальная красота. Пока! Главное приколюха детства. Я бы тоже так покаталась. Наверное. Тебя не взяли с собой? Ня уехал туда? А тебя не взяли? Он уехал. Ты расстроился, что тебя не взяли?